говорил, походил. Ну не так. А это просто музыка продолжается групповой этап наших соревнований. Продолжают встречаться на поле команды из группы А. Сейчас поединок Мосэнергосбыта. Поправка. Поединок Интеррао и команды Газпромтранс. Ну еще слишком живо у нас воспоминания от матча МЭС и Меридиан. Напомню, он завершился победой Мосэнергосбыта со счетом 2-1. И таким образом, если Интеррао сейчас выигрывает, становится 6 очков у команды, практически гарантируют они себе золотой плей-офф. У Газпромтранса пока только один матч был сыгран, и поражением он закончился. 0-4 страдал Газпромтранс от Меридиан Энерго. При этом Газпромтранс неплохую игру показал, было даже несколько опасных моментов. Гол престижа могли и должны были забивать. Первый опасный момент у Интеррао, и какое сейчас спасение от голкипера. Газпромтранса было достаточно времени для того, чтобы восстановить силы. 30 минут они отдыхали. У Интеррао еще больше был перерыв. Практически часовой. Так что здесь скидки на усталость не будет. Все жарче у ворот Газпромтранса. Остается у синих. Контратаку Газпромтранса. Как раз те активные действия, которых в первом матче Газпрому не хватило. Чуть поактивнее, чуть понаглее действовать. И удача любит дерзко. Снова хорошо контрит Газпромтранс. Чуть над реализацией его поработает. А Интеррао пока слишком пассивно играет. Все-таки такой бронебойный матч они выдали
против Мосэнергосбыта. Зрители думали, что после 5 минут борьбы с Газпромтрансом что-то уже будет разгромное, а нет. Газпромтранс пока, может быть, выглядит даже опаснее. И вот приходится Интера уже наносить удары издали. Вот Артеменчак коснулся угловой. Может быть, сейчас будет момент опасный. Повторить угловой надо. Без нарушений правил мяч отобран. Ну да, поборолись корпусом. Как без этого? Энергосберегающем режиме играет Газпромтранс. 3 минуты отдыхает, а потом минутку проводит атаку. Что ж, вполне себе рациональный подход. И снова спасение от вратаря. Мяч здесь удается, но удар сразу рядом со штангой. Главой от Газпромтранс. Здесь главное разыграть таким образом, чтобы не получить контратаку. Еще один угловой. Крайне любопытно будет, если этот матч завершится, допустим, в ничью. И оставшиеся поединки в группе А. Мы будем смотреть с большим удовольствием. Потому что в этом случае у Газпромтранса, ну да, только одно очко будет. Но по итогу выступления в группе 4 балла смогут набрать. У Интерао 4 балла будет, но и впереди еще будет поединок против Меридиан Энерго. Крайне принципиальный. Да, 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 да
Последние секунды первого тайма. Ну что ж, 0-0. Счет, который, ну, после стартовых матчей группе вряд ли могли мы предсказывать. Но это, видимо, традиция наших соревнований, которая уже выработалась. Первый тайм, а разминка, все самое интересное во-вторых. Второй тайм увлекательного противостояния Интерао и Газпромтранса. Достаточно много было опасных моментов в первом тайме. И надо сказать, что интереснее в атаке смотрелся, как ни удивительно, Газпромтранс. Хорошо размялись они в первой встрече сегодняшнего дня. Размялись 4 бича в свои ворота, пропустив. Такая рискованная разбитка была. Ну, видно, надо ошибку не поработали. Между тем, тренер Интерао продолжает сохранять относительное спокойствие. Вратарь Газпромтранса продолжает тащить. Если бы не 4 пропущенных мяча в первом матче, уже был бы, наверное, главным претендентом на звание лучшего вратаря. Но здесь уже 3 защитника вернулось к воротам. Пришлось нападающему бить издали. Капитан Интерао ошибается. Правильно подсказывали сейчас со скамейки Газпромтранса. Никого не было на дальнем. Ну,
все больше сил Газпромтранс отправляет в атаку. Интервалы образуются, в свою очередь, свободные зоны, где можно меньше выставлять. Так что зреет сейчас гол, просто какие ворота. Очередная ошибка обороны Газпромтранса, но и в этот раз соперник прощает. Желтая карта показана, арбитр показывает, куда мяч нужно установить. Ну вот, как раз то, о чем мы говорили, отлично смотрелся Газпромтранс. Ну, слишком поверил в атаку. Все больше стали в обороне ошибаться и пропускают. Интеррау выходит вперед. Но можно еще отыграться. Для Газпромтранса ничья будет не самым плохим результатом. Неправильно мяч введен с линии поля. Упорная нога оказалась площадкой. Замена вратаря, кстати, произошла у Газпромтранса. Так вот, неожиданно, прям по ходу второго тайма. Но удар, нет, передача это была. Лидис хорошо развернулся и передачу делал. По количеству побед, так думаю, потом по личной. Второй гол Интеррау забивает. Ну, на этот раз получилось довольно неожиданно. Вроде бы вратарь видел момент удара, и защитники находились недалеко от бьющего, должны были удар накрывать. Но получается, как получается. 2-0. Очередная хорошая атака Интеррау, но вот наконец-таки мы увидели привычное нам Интеррау. Просили они малой кровью 3 очка забрать, в определенный момент поняли, что так выиграть не получится. Ну и сейчас есть ощущение, что все-таки с определенным запасом играют. Thank you.
полторы минуты до конца и все меньше шансов у Газпромтранса на ничью. Хотя последние минуты чистые. Там и два, и больше мячей забить. Втроем против одного защитника и вратаря. Контратака Интерау. И предсказуемо заканчивается она взятием ворот. 3-0. И последняя минута становится чистой формальностью. Снова численное преимущество в атаке у Интеррао. Но решил игрок пробить сам. Впереди еще у Интеррао встреча с Меридиан Энерго. Газпром Трансу предстоит сыграть с МОС Энергосбытом. Интересные матчи нас ждут. А пока будет между играми небольшой перерыв в линии группы поддержки. Так что отдыхаем. С другой стороны мяч влетел в сетку, с внутренней или с внешней? С внешней. Так что взятие ворот не зафиксировано и относительно приличный счет 3-0 сохраняется. Внимание, уважаемые спортсмены, просто...